Якутия в следующем году получит всего 1000 разрешений на временное проживание. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2017 год. Документом устанавливается квота на выдачу 110 тысяч разрешений на временное проживание в России. Это на 15 тысяч меньше, чем в нынешнем году. Якутия, согласно распоряжению, получит только 1000 разрешений на временное проживание. Всего Дальний Восток получит 6,5 тысяч разрешений.